До этого схватка была, Галята Ныбаева одолела свою соперницу, именно исполнив этот прием. Хорошо у нее он получился. И вот сейчас мы видим, пытается еще раз, да, бросить свою соперницу. Да, соперницы отключают друг другу руки, то есть борются с двух рукавов. Плотного контакта в таком захвате тяжело как бы добиться. Но вот Галия хорошо делает вот пучок, да, вот Катагурума в обе стороны. И она зацепы делает хорошо. Вот. С колен бросает. Сейчас посмотрим. В принципе... Ну, Лаура Мартинес Абеленда, она... Ей 25 лет, она является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, и в том числе и в командном зачете. Есть у нее бронза чемпионата мира среди юниоров 2018 года. Становилась она чемпионкой Баку Гранд Слэм в далеком 2019 году. Есть две серебряные медали. Вот один из них, насколько вы вспомните, в прошлом году она завоевала именно у нас, на Казахстан Барысы Гранд Слэм 2023 года. Могут дать оценку Галия. Тут я считаю, что контрила она. Контрила. Сейчас, я думаю, должны посмотреть. Даже уже второй момент был. Да. Можно было бы дать Мазари. Вот, посмотрит, вот, да? Посмотрит все-таки, наверное, контрила. Сейчас. Контрила. Ну, судьи посмотрели. Хорошо. Может, приземления не было. Для того, чтобы прием был засчитан, смотрите, нужно, чтобы один бок коснулся татами, правильно? Да, да, да. Нужно, чтобы бок, потом говорит, что должно быть 90 градусов при приземлении. Вот, и, ну, тут был контр, я, честно говоря, там, не знаю, мне кажется, там можно было Галия Вазари дать. Ну, посмотрим, ну, судим виднее, наверное, посмотрели. Дорогие друзья, пол схватки позади, и вот хорошо. Сейчас был опасный момент. Вовремя увернулась испанская спортсменка, да. Ну, в этом плане Галия сейчас Вазари. Прям вот молниеносно. Вазари. Да, Вазари. Дали все-таки Вазари. Вот. Ну, именно за это действие дали Вазари. Это действительно радует. Радует, да. Рефери на татами Акико Амино из Японии. Да, сейчас она просто получает свои инструкции от, да, видеорефери и отменяет. Отменяет оценку. Нет. Все-таки, значит, нечисто был произведен бросок. Где-то, значит... Были вопросы, и схватка продолжается. Но, тем не менее, два щидо дает преимущество для нашей спортсменки. Вот он, да, этот самый, да, момент. Не было приземления, приземление было на живот, поэтому здесь не дали. А так, удобность соперница Галия, все нормально. Испанка вполне по силам ей сейчас. Нормально ведет встречу Галия. Никаких вопросов нету, все нормально. Рисковых моментов вообще не видно, чтобы испанка где-то... Многие из медалей испанки были завоеваны именно по юниорам, да, и вот только с серии больших шлемов Grand Slam у нее есть медали, а вот пока с чемпионатов мира она возвращалась домой без медали. Издалека заходит испанка, тоже опасно, могут это как стягивание расценить, но тут была попытка, да, как бы такая. Ну, смотрите, есть моменты, когда действительно, да, борцы ведут вот пассивную борьбу. Ну, вот здесь это... такого не скажешь. Галия у нас проводит одну атаку за другой. И вот действительно, ее атаки, мне кажется, намного острее. Здесь испанка на колени упала сразу. Это очень опасно. Могут шида дать. Если шид дадут, наша Галия выиграет. Так нельзя прыгать сейчас. Это как тоже... Считается как стягивание. Стягивание, да, да. Ну, пожалели испанку, да. На первый раз пожалели, но будем надеяться, что если повторить еще раз такую оплошную ошибку, то, возможно, третье неминуемое щидо будет все-таки адресовано испанской спортсменке. Вот сейчас Галия получает первое свое предупреждение. Нет, отменяет. И также отменяет ее сразу, да? Там не было, потому что она была в выведении за равновесие, все атрибуты приема были. Хорошо, очень хорошо обороняется Галия. Контролирует Галия. Да, контролирует этот опасности момент. Опасности нету там, все нормально. Видим мы наших казахстанских болельщиков, Азамат Муканов, да, и Жандос Сметов. Ребята пришли поболеть за нашу сборную. Конечно же, сейчас каждое выступление наших казахстанцев очень горячо встречается зрителями, которые собрались в зале Абу-Даби. Сорок секунд остается до окончания этой схватки, и в
принципе, для Дзюзо это очень достаточное время, чтобы провести одно хорошее результативное действие. Но сейчас вот проявляет активность именно испанка, да? Может получить Галья предупреждение. Три результативных. Ай, вот здесь. За 20 секунд до окончания. Галья. Попадает она на досадный прием. Коучи Гаррис зацеп изнутри. Поймал испанка. 18 секунд, 17. Вот в таких моментах нужно не перегорать и идти в атаку. Вставать надо, Галия. Вставать, вставать. Да, к сожалению, все. К сожалению, к большому сожалению, чемпионка Казахстан Барса Гранд Слэм этого года Галия Тыныбаева проигрывает своей сопернице из Испании Лаура Мартинес Абеленда. Ну, это дзюдо, действительно, да, здесь ошибки не прощаются. И вот немножечко